Получить скидку на отдых можно в период чемпионата мира по футболу. Скидочные карты поступили на стойки гостиниц и предприятий туристической отрасли более 80 компаний со всего Краснодарского края. Воспользоваться скидкой можно в культурных центрах, этнопарках, экскурсионных организациях и даже во время морских прогулок. Для участия в программе необходимо скачать мобильное приложение «Южное гостеприимство» и пройти регистрацию.